Для удобства и безопасности избирателей в условиях пандемии важно реже появляться в общественных местах. Поэтому проголосовать по поправкам можно, не выходя из дома. В микрорайоне Мостовая сотрудники избиркома с 25 июня навещают людей. Одетые в защитные костюмы, в масках и с дезрастворами. Заполненные бюллетени опускаются в портативный ящик, обработанный антисептиком. Девушки из избирательной комиссии соблюдают все нормы, предписанные Роспотребнадзором. Постоянно надо обрабатывать руки антисептиками, надо соответствующие одежды, конечно, должна быть. Сложность, пешком ходим очень много. Пожилым людям особенно понравился домашний способ голосования. Намного проще принять гостей с участка у себя во дворе, нежели идти на другой конец микрорайона. Во-первых, и удобно, а во-вторых, у меня мама больная, я не могу ее оставить. Ну и времени нету. И не могу оставить ее одну. Для того, чтобы проголосовать дома, достаточно позвонить в свой избирательный участок и оставить заявку. Сделать так может любой желающий, независимо от возраста и состояния здоровья. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.